о чем бы хотел поговорить в этом видео, так это о звуковом сигнале Yamaha UBR. Я поставил недавно, еще, наверное, недели не прошло, поставил тюнингованный звуковой сигнал. Сейчас вам покажу. Вот так вот он выглядит, как улитка. Называется Mods Eurosports Horn. Eurosports Horn. В принципе, он побольше, чем стандартный. Он состоит из, ну, по сути, вот как стандартный, такой же хрени, самой гуделки, то есть. И на балдажнику вот этой вот штуки, улитки, это пластиковая хрень. Пластиковая, но звук с ней очень прикольный все равно. Она погромче чуть-чуть, чем стандартная. Ну, на самом деле, не сильно громче. Но мне что нравится, то что у нее более такой благородный, что ли, более благородный звук, более серьезного аппарата, чем стандартная на Yamaha UBR. Поставил я ее минут за 10, тут достаточно просто открутить вот этот болтик, снять родную, снять провода с родной, они вот так вот просто снимаются и все. Закрутить болтик с новой этой штукой. И единственное, мне пришлось, родная, у нее как бы вот эта пластинка железная тоже была, и она стояла вот так вот, вертикально. А тут мне пришлось не спереди ее ставить, а сзади, потому что спереди мешает вот выступ. Потому что эта гуделка, она вниз не умещается, и вверх не умещается, неудобно. А в бок, вот влево я ее сделал, влево нормально. Вот, закручивайте болтик, подсоединяйте вот эти провода, собственно, штекеры, и наслаждайтесь звуком, более серьезным звуком. Обошлось мне это удовольствие 800 рублей. Я очень-очень долго сомневался, по сути, год я сомневался. Но вот сейчас, когда поставил, очень мне нравится она. А теперь послушайте сами. Очень приятный, прикольный звук. Не очень громкий, примерно, наверное, по громкости как родной, но вот именно тон другой совершенно. Да, кстати, еще послушайте, звук я записал в помещении.